преддверии новогодних праздников Департамент опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары организовал для ветеранов и инвалидов общественных организаций экскурсии «Волшебные огни новогодней Самары». Пожилые люди получили уникальную возможность полюбоваться красотой праздничного города, яркими огнями елок, великолепием новогодней иллюминации и ледовых фигур. С 19 по 28 декабря 200 ветеранов и инвалидов прокатились на экскурсионных автобусах по главным сказочно украшенным улицам и площадям города и насладились праздничной атмосферой. В этом году администрация и депутаты Совета депутатов промышленного района поддержали инициативные проекты жителей домов 186 и 188 по улице 22-го партсъезда по благоустройству территории. Об этом сообщают в телеграм-канале промышленного района. Проект предусматривал обустройство территории для отдыха и детской игровой зоны. Он был реализован. Новогодний праздник двора, на который были приглашены глава промышленного района Данил Морозов и депутат Думы городского округа Самара Вячеслав Звягинцев, еще раз показал, что если соседи дружны, то и проблемы дома и придомовой территории решаются. В телеграм-канале администрации Советского района Самары рассказывают о том, как ведутся работы по расчистке улиц от снега и выкладывают фотографии. Расчистили въезды во дворы по адресам Свободы 9, Победы 1, 18, 90, Антонова Овсеенко 6, Ивана Булкина 70, 78, Партизанская 240. Чуть позже появились фото результата работ по адресам Энтузиастов 95, Гагарина 135 и Победы 12.